Суета-сует. Мы приехали на Ерик Банный. Народ суетится, радуется. Был дождь, всю ночь лил. Нас УАЗиком тащили. Ну, адреналину было море. Все волновались, ругались. Зря мы сюда поехали. Но мы приехали. Будет рыба, не будет рыба. Это не важно. Люди в отпуске. 2 недели. Сейчас установка шатра, палатки, музыка. А это вот наши герои. Сергей! Не Сергей. Дима. Володя. Это не туда. Саша. Я вам покажу всех героев нашего путешествия. Это Игорь. Путешествие наше продолжается. А вы представьте, вот она вода. Сейчас я вам покажу, сколько троллингистов. Все волнуются. Всем уже до лампочки. Верите? До лампочки этот лагерь. Это еда. А теперь посмотрите. Вот Ерик Банный, Гришкина яма. Посмотрите, сколько народу. Как вы себе представляете, люди волнуются, там все троллингуют, все что-то ловят, а рыба не клюет. Но мы, профессионалы, я вам в дальнейшем покажу, что мы можем найти подход и ключик к рыбе. Рыба всякая здесь есть. У меня есть одно заветное слово, я вам выдам один маленький секрет. Мне бабушка сказала, когда садишься, надо 3 раза умыться из того водоема, где ловишь, и сказать: рыба, вся рыба ко мне, вся рыба ко мне, вся рыба ко мне. И задобрить, ну кто у нас там, Нептун, да? Да, наверное, Нептун. Его надо рюмочку налить, и он ваш друг. Ну, остальное ваше умение, снасти, которые вы ей предложите, какие-то все равно ей должны понравиться. Проблема не в том, поймать рыбу. Это не суть. Это, понимаете, из цивилизации, из многоэтажек, из шума, из гари, из пробок выбраться, ну, 2 раза в год, я думаю, что человек вот просто отдыхает. Я думаю, со мной все согласятся в этом плане. Дело не в рыбе, просто вот состояние души, это дорогого стоит. Какой праздник, посмотрите, люди как радуются. Но это не, я не мог пропустить этот момент. Но, я не мог пропустить этот момент. Делай движение. Рыба плачет. Рыба плачет. Замкадыши приехали. Приехали замкадыши. Так, сегодня удачный день. Самая крупная рыба моего брата. Поймал на червяка, ловил густеру. Правда, что ли? Ну что, неправда, правда? Все удивлены, все рады. Надо его на кукан посадить, еще подловлю вечером. Посадим это, как его, котлетки сделаем. Ну вот как-то вот такой лагерь у нас получился. Жуткий ветер, достал он уже, подул. На лодке пытались, якорь волочит, тащит. Ну, джигует, вчера поймал 10 судачков, такие в районе килограмма, на Мондулу. У нас даже вот Митак Эссен. Колокол висит, все, на обед. Мондула, да, это не ругательство, а такая снасть, сказали мне товарищи. Мы находимся на Ерике Банном, ну, тут такой заливчик. В Банном, в Волге воды нету. Вот по эти деревья, вот это было все залив. Вот он сам Ерик Банный. Стоят по яме, стучат окуня. Судака, вернее, будем так говорить. А вон там вон. Сейчас покажу. Вон там развивается флаг. Вон он развивается, флаг Роджер, там наш лагерь. И вот по водичке перебрались и сюда в Еричек. Птички поют, не то что в Карелии были.
Летом даже птиц не слышно. Вот такое озерцо. Остатки тут карандаши, щучка. Так, ветер сильный. Особо не порыбачишь на ерике. Вот. Ну, полоскаем. Вышли просто поболтать да покидать. Серега вот морскую капусту ловит. Сергей, почем морская капуста? 2,50. Вообще недорого. Тут кризис вообще не тронул нас. Вова, почем? Будем брать оптом у него? Да, я уже договорил. Все нормально. Ну-ка. Володя, дайте. Серега что-то тащит, я волнуюсь. Да ладно. О, не ругайся. Ну, это щукой не назовешь, в общем-то. Неудачный ракурс. Такой широкая спина у меня у друга. Серый, покаж. О, ну эту мы отпустим. Все, пошел отпускать. Такую мелочь мы не берем. Тут судаки по полторашке ловятся. Ладно, удачно. Слушай, то обычно на камеру не это самое. Ты как поймаешь еще, покажем, что рыба есть. Побриться, так, наступил колотушек. Торжественный момент. Судак. Щука. И это превращает, Сергей, волшебник, превращает в котлеты. Со словами ахалай-махалай. Да. Просто шайтан какой-то. Все сидят в ожидании, в предвкушении. Ох. На сухую, да. Никто не наливает. Ё-моё, на сухую делает. В натуре. В натуре. Я с удовольствием налью. Сергей, водка, водка, коньяк. Тогда не знаю. И то, и другое. А коньяк будешь? Баню девчонки. Коньяк будешь? Да ничего не будет. Ну, харчами перебирают. Но виски нету, извините. Так, а здесь вот от этих, ну, господи, как называется, от добычи, там головы, судачки, все это пойдет на вторую заварку. Первая вот уже готова, сейчас вытащим. Это у нас будет уха наваристая, зараза. Ну, ветер мешает. О, проскочила. Бульончик, жирок. А, что-то наш Роджер запутался. И вот партия я и вся моя семья. А ветер, ночью был дождь, шторм, ну вот одинокие странники вышли там на лодке. Волна дует, грузило кидаешь в одну сторону, грузило летит в обратную сторону. Ну, сегодня выходной, заказали в этом баню, поедем в баню. Вот, потеплело, солнышко. Кое-где начала трава пробиваться, тюльпанчик. Красотища. Красотища. Народ бегает, волнуется, котлеты. Котлетки. Ерик Банный, Пасха. Нашли корягу затопленную. Сели вдвоем. Прикормили, начали ловить рыбу. Проплывает лодка. Один увидел, второй увидел. И, как знаете, в Москве ловят, просверлил лунку. Подвинь плащик, я здесь присяду. Вот, смотрите, показываю. Вот тут находится коряга, ее даже не видно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Обурили по полной программе. А, восемь. Плюнули, ушли. Путаются, ругаются, в Пасху нельзя. Всем здоровья, всем счастья желаю, удачной рыбалки. Вот на катере, там яма. На яме где-то метров 17-18. Прощание славянки. Половина группы уезжает.
заготовили нам дров. Вот, за собой собираем весь мусор. Дяденька приехал, мы ему 1000 рублей отдали за вывоз мусора. Складываем все аккуратно, все подметем. Люди грустные. Одни плачут от того, что уезжают, другие плачут, что они уезжают. Грустят, все красивые, все нарядные. Флаг вот сняли. А что наш Роджер так? Место хорошее. Вчера поймали 2 сазана. 2 обрыва. И ночью такая была у Сергея поклевка. Просто невероятная. Заветная коряга стоит, ловит. Ну вот, брат уже пакует свою добычу. Ну, в этом году, на удивление, жирный, крупный синец. Ничего, что я вашу рыбу фотографирую? Давай, давай. Дима, я рыбу фотографирую, снимаю. Вот судачок такой. Да, чудесная рыбка. Нельзя быстрее, а то тут фотограф попробовать. Ходит. Нет, фотограф еще ходит. Может стырить папарацци. Да ладно, у вас стыришь, вон топор какой, блин, руки оттяпают сразу. Топор есть у нас, да. Дорога, Сергей, не грусти, мы еще приедем сюда. Владимир Валерьевич, ну что? Все хорошо, поедем за сазаном. Поедем. Александр, все нормально прошло? Да. Подошла эпопея, наоборот, к свету. Вот и подошла к концу нашей эпопеи рыбацкой. Возьми их так в кучу, чтобы они были, или в две руки, чтобы видно было трофеи. Вот мы старались на джиг по-честному, на нарезку попадались. На джиг, на нарезку. Иди, подержи, я тебя. Счастливые и довольные. Сейчас стадия идет превращение это в нормальное блюдо. А, что я, блядь? Так вот. Давай хоть на фоне воды. А то все мы на фоне серого машины. Вот и все. Важные такие. Лё. Что тут хорошего еще? Лагерь, сейчас мусор будем убирать. Тут немножко подкоптили. Грустно вчера ночью, дождь такой пробабахал. Ну, в общем, ничего, повесили.